Несмотря на то, что пляжный сезон в этом году еще официально не стартовал, на водоемах Харьковщины уже фиксируют смертельные случаи. Правда, с отдыхом на воде они вряд ли связаны. Два из них накануне произошли в Харькове. Так, около 7 часов утра в субботу в районе гидропарка прохожие обнаружили тело 76-летнего пенсионера, а уже в полдень труп 55-летнего мужчины выловили из Основянского озера. Тело еще одного утопленника обнаружили около часа дня в реке Уды, поселка Бабаи. Труп мужчины, которому на вид лет 60, находился на воде в 10 метрах от берега. Два случая, которые были на Журавлевском водохранилище, как я уже сказал, и на Основянском, в том числе и Харьковский район Бабаи, люди все были в одежде. И правоохранительные органы проводят проверку по данным фактам. Это не люди купающие, не переплывающие. Единственная пока ясная картина – несчастный случай на Основянском водохранилище. На Основянском водохранилище было обнаружено тело мужчины, который запутался в рыбацких сетях. То есть я недаром сказал, что вот это место, это время как раз вот опасно для рыбаков. Почему? Они расставляют свои снасти, такие как сеть или другие снасти, на глубинах или проводят рыбалку на плавсредствах, я имею в виду лодки и так далее, что может плачевно заканчиваться. Впрочем, это далеко не первые смерти на водоемах. Напомню, 4 мая на Журавлевке отдыхала компания иностранцев. Несколько парней зашли в воду, но для одного из них эта затея оказалась роковой. Тело 19-летнего студента авиационного университета смогли найти лишь водолазы. Ввиду приближающегося купального сезона спасатели также напоминают любителям поплавать, что вода еще недостаточно прогрелась. Если в прошлом году к концу мая ее температура достигала 20 градусов, то сейчас это порядка 12, объясняет Игорь Лупандин. И это может быть опасно для пловцов. Велен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».